И мы снова ведем репортаж с выставки CPM 2019. И у нас в гостях Наталья, представитель Синергии. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, Наталья, какие у вас новые учебные курсы появились? Я знаю, что у вас есть новый курс. Я возглавляю институт ритейла, я директор института ритейла, который новое образование при университете Синергия, направлено на получение высшего образования для студентов по специальности торговое дело со специализацией ритейл-менеджмент, розничный сегмент. Мы сейчас в самом начале, но составляем программу для запуска в этой массовой индустрии предоставления качественных кадров на рынок труда. Кто может к вам поступить? Кто ваш абитуриент? Наш абитуриент – это любой школьник, выпускник колледжа, кто хочет развиваться в ритейле и получать профессиональные компетенции, управленческие компетенции в розничной торговле. Не секрет, это самый массовый сегмент, и в этом сегменте очень низкий уровень образования. Как правило, все рассматривают работу в рознице как низкоквалифицированную. На самом деле это не так. И технологии, современные технологии, инновационные технологии в ритейле настолько высокие, что требуют квалифицированных кадров. В общем, будущие выпускники, обратите внимание, что есть такое направление. Наталья, удачи вам и хорошего учебного года!